На данных рабочих местах у нас происходит подготовка поверхности крана под нанесение покрытия и нанесение данного защитного покрытия. То есть у нас построен специальный такой железнодорожный путь небольшой. После теста кран переходит сюда, помещается на платформу и попадает в дробеструйную камеру, где специальной мелкой дробью происходит полностью очистка поверхности, очистка от ржавчины, от масляных загрязнений, полностью под покраску и под покрытие протеголом. После этого он на данной платформе, кран перемещается в следующую камеру, это как раз окрасочная камера. И сейчас мы можем видеть, как там происходит процесс окраски. Мы наносим три типа покрытия. На тепловые краны черную краску, на газовые краны либо желтую краску, либо специальное покрытие для подземных кранов, это протегол. Протегол, он у нас имеется одобрение в НИИ ГАЗа у него. В процессе нанесения покрытия маляры у нас меряют толщину мокрого слоя специальными измерительными гребенками, элкометрами. После нанесения покрытия специалисты отдела качества измеряют толщину уже высохшего слоя, чтобы она соответствовала, значит, технологическим инструкциям и нормативной документации. И после того, как кран покрасят, происходит его сушка, и вот мы сейчас можем видеть как раз уже готовый покрашенный кран. Здесь у нас находится участок покраски и окончательной сборки. После того, как краны пройдут тщательную подготовку поверхности, то есть мойку, обезжиривание, они попадают сюда. С помощью специальных подвесов подвешиваются на конвейерные линии и происходит их окраска. Красим мы здесь двумя видами краски: черной на водной основе для тепловых кранов и газовые краны в желтый цвет полиуретановой краской. Краску мы используем двухкомпонентную. Значит, после окраски краны у нас происходит сушку и затем сразу охлаждение для того, чтобы можно было начать быстрее с ними работать и не ждать, пока они остынут. Здесь происходит окончательная сборка кранов, установка рукояток, наклейка шильдиков, укладываются паспорта и краны складываются, упаковываются в поверхность. Здесь у нас участок, как повторюсь, покраски и окончательной сборки. Вот так у нас выглядит готовый кран, изготовленный у нас на российском заводе. К нему приклеивается шильдик с маркировкой, где указано его наименование, условный диаметр, давление, на которое он рассчитан, и материал, из которого он изготовлен. И вкладывается паспорт, где указана информация по эксплуатации данного крана. Тут также установлены на кране технологические заглушки, которые позволяют избежать попадания внутрь крана осадков, грязи, механических, значит, предметов и защищают внутреннюю поверхность патрубков от коррозии. Данные краны мы эксплуатируем в системах газоснабжения и теплоснабжения. В том числе у нас есть краны для подземного исполнения, которые покрываются специальным покрытием протегол. У нас тут происходит на другом участке окраска. Сейчас я хотел бы сказать несколько слов о преимуществах именно наших кранов фирмы Броя.
первый момент наша строгая система контроля качества. Как я уже говорил, мы получаем комплектовку с различных заводов, и у нас действует строгая система входного контроля данных комплектующих деталей. Строгая система выходного контроля. После сварки, после производства каждый кран проходит контроль на тест-машине. 100% контроль. Также хочу отметить, что мы используем комплектующие в подавляющем большинстве только европейских производителей. Сама конструкция кранов у нас разработана нашими датскими коллегами. Главной конструкторский центр у нас находится в Европе. И весь конструктив кран у нас европейский. И мы первые, кто предложили на российском рынке данный конструктив. И остальные компании, конкуренты, они двигаются уже за нами и пытаются это повторить. Но я повторюсь, у нас в Дании работает головной конструкторский центр, где постоянно идет усовершенствование, модификация, улучшение существующей конструкции кранов. И мы эти улучшения и новинки внедряем у себя в России на производстве. Также хочу отметить оборудование, фактор оборудования. Мы используем в основном европейское, полностью автоматизированное оборудование, которое позволяет исключить человеческий фактор, уменьшить человеческие ошибки. Система подготовки кадров, то есть мы постоянно работаем с людьми, система обучения у нас работает, повышение квалификации. Вот. Также хотел отметить внедрение нами вот этой конвейерной системы производства, производственной ячейки.